Thank you.
что? Женщин больше никаких не будет. Капитан! Да, я
Бацман. Чайки-то
дальше там. Так, вот сюда. Что у нас на горизонте? Горизонт там.
Позвольте к вам пошвартоваться. Ну, давай. Бросай швартов. Сударыня, я бы отбуксировал вашу шхуну в свою гавань. Там бы надул ваши паруса. И надо понесли сами по волнам. По волнам? А у тебя фок мачта выдержит. Чё? Да ничего, поцелуй меня в плечо. Я говорю, кильватор-то у тебя надежный. Чё? Солнце горячего. Я говорю, сок, в рот бремсик-то у тебя выше ватерли. И вообще, сколько у тебя фут в потке. Плыви вот сюда, Колумб. Я надеваю его на вас обоих. Вы становитесь спиной друг к другу.
Вытягивайте, вытягивайте этот ничирный конец учинительного. Вот, а теперь обратите внимание, я ставлю две приманки. Одну с одной стороны, а другую приманку с другой стороны. И сейчас тот из вас, кто перетянет другого, получит оба приза. Назад, внимание, начали! Yeah.
когда обедать будем? О, извините. Извините, пожалуйста. У вас случайно бутербродик с колбаской не будет? О, спасибо. Спасибо. И еще маленький вопросик. Может быть, совершенно случайно. Глоточек коньячку. Спасибо. И я еду. Кстати, вы хотите поучаствовать в конкурсе? Вы должны назвать второе название «Фрукто-финик». Это слово из трех букв. И вы получаете приз. Обратите внимание, это шар с рогами. На нем вы можете скакать по верхней балке. Давайте, поскакали вместе. И вы... Хорошо, 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 хорошо. Это спасает вас. Что? Что ты пристаешь к моей жене? Какой приз? Я из себя шашлык сделаю. Валя тебя. Тоже мне. И приз дурдом какой-то. Ай-яй, у тебя свежий пресс. Это случайно. Я очки дома забыл. Почитай, что там пишут. А что твой голос вас пишет? Газету наоборот держишь. Боже мне, почитать мне это. Зачем я только на ней женюсь? Что пишет-то? Ты смотри, разыскивается опасный преступник. Особые приметы невысокого роста. Волосатые руки. Показательный палец левой руки трясется. Чушь какая-то. Окей. И вот здесь где? Дэль-Юн. Здрасте. На ужин ведь мне не ходить. Ай, скукотища! Супружеский дом исполнить, что ли? Слушай, через 5 минут жду тебя в каюте, не опаздывай!
мороз будешь, как зацепы не было, переброс. Ну, клюй! Нашивка не твоя, ровная, клюй!
сердце, что так сердце растревожено. Завета ты чего-то ждет. Арбанки, много песен сложено. А без песен моя рыба не клюет. Арбанки, много песен сложено. А без песен моя рыба не клюет. Приветил одну, она мне очень нравится. Упустить момент, да я не мог. Цепляйся поскорее на крючок. Так плыви, и твой колени садится. И цепляйся поскорее на крючок. Крупненько. Живее, живее! Рэкер следует! Вот здесь, вот здесь, вот, вот, вот! Давай, давай!
по-зрецку. О, глянь. Ишь, идет параллельным курсом красавец-авианосец. Мощь какая. Ну, передаем. Значит, рады вас приветствовать. Счастливого плавания. Точка. Вот это да!
за казино. О, красотища, как я тебя люблю. Я ни разу в казино не была. Слухай, пусть поменьше. Ну, ладно, не бойся, деточка, я не азартная. Кровь меня!
нельзя. А мы еще одну даму. Пошла. Я ее покрою. А мы ее еще одним кроликом. Я с Ван Гогом.
с кем гулять. Со страусом. Посмотрите на фотографии из Таиланда. Четырехдневное путешествие. Думаете, это статуя Будды? Нет. Это первый день в Таиланде. Второй день в Таиланде. Третий день. Четвертый. Вот такой отдых. Я с крокодилом. Крокодил со мной. Я со змеей. Я с женой. Я с тещей. Я с обезьяной. Обезьяна слева. Thank you.
Thank you.
счет. Чего убивать не надо. Легче всех. Так что произошло.
все, видать, нам привелось. И теперь споем авось. Давай. Достоверные факты про певцов.
угрожаю дороге всей страны. Скорость под 200 и вроде ничего. И поезд с подвеской, ни прицепа сзади, знал же Сусанин, куда везти врагов. Всем вопреки, несмотря и не нашел. Ой,
элегантную подводную лодку. А это кто? Товарищи пассажиры, пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Это просто крысы. Всегда тебя любила. Прощай. Почему?
утюгальника. Я никогда не забуду. Try it.